Анатолий Эдуардович, разрешите поприветствовать вас согласно велению времени. Добрый день. Добрый день. Коронавирус, как известно, отменил многие мероприятия, и наши инвесторы очень интересуются. А что насчет нашей деятельности в Шарджа? Что насчет Инотранса? Что насчет Экспо 2020? Не могли бы вы ответить? Ну, коронавирус не отменяет, работы плановые идут по графику. Мы сейчас уже заканчиваем первую фазу, это первая линия СКВ, где 400 метров провисающей дороги, две станции, совмещенные с анкерными опорами, где будут и диспетчерские, и лаборатории, и потом два участка ненапряженных, где есть элементы депо для ремонта и восстановления машин. И сейчас мы строим вторую линию, это ферменная конструкция. Мы немного отложили начало стройки путевой структуры. Это не связано с коронавирусом, а связано с тем, что законодательство Эмиратов, оно построено на европейских нормах. И там для мостовых сооружений, для эстакад, а СКВ – это путевая структура, это раздвинутые эстакады транспортные, требования к циклическим нагружениям долговечным более жесткие, чем, допустим, в Беларуси и в России. Поэтому мы здесь строили ферму на сварке, но когда мы проверили уже по другим нормативам долговечность путевой структуры, построенной на сварке, то в условиях Эмиратов там где-то 10 миллионов циклов нагружения она бы выдержала, это не больше 10 лет срок службы. А мы должны гарантировать 100-летний срок службы. Поэтому мы перешли на болтовые соединения, это высокопрочные болты, где сварки вообще нет. Естественно, пришлось пересчитать всю конструкцию, это заняло определенное время. Пришлось перезаказать комплектующие материалы. Струны остались, а вот металл, он изменился. Так. И поэтому из-за этого вот начало монтажа путевой структуры сдвинулось. Так. Ну, скоро мы уже начали строить остальные опоры и скоро начнем монтировать путевую структуру. Поэтому к Экспо 2020 часть путевой структуры фермы будет смонтирована. Причем мы так спроектировали участок, ну и так и строить будем, что уже та часть дороги, которая построена, она уже может эксплуатироваться. Но упор мы хотим сделать на четвертую линию, где будет провисающая путевая структура, уже с большими пролетами, пролеты будут несколько сот метров, а не как у фермы, там пролеты 48 метров, и где будут курсировать уже тяжелые машины. Мы здесь, в Беларуси, не можем пустить тяжелые машины, ну, в силу ряда причин, потому что мы с нуля начинали, нам не было ясно, какие у нас будут заказчики. И поэтому мы показывали более дешевые варианты, более простые, и под нагрузку не более 8 тонн. А сейчас у нас много потенциальных заказов, когда надо перевозить десятки тысяч пассажиров в час. А для этого должны курсировать уже не отдельные юнибусы, и не маленькие, а большие юнибусы, причем в сцепке в виде поездов небольших. И перевозка большого количества грузов, в частности морских контейнеров. И поэтому под эти нагрузки, которые превышают 50 тонн, мы и спроектировали вот четвертую линию, которая будет идти вдоль дороги, вот, которую, ну, тут дорога, потом университет, и вот вдоль нее будет эта линия идти. Мы ее планируем построить к Экспо 2020, если опять же вот это... Паранойей я по-другому назвать не могу, с коронавирусом, ну, будет продолжаться, то, возможно, сроки придется сдвигать. Могу подытожить, что мы не болтаем, болты мы используем для укрепления соединений. Да, причем высокопрочные болты, а не обычные. Спасибо большое. Интересует очень наших инвесторов такой вопрос, ведь участие в Экспо 2020 – это недешевое удовольствие. Не будут ли их деньги потрачены зря, и может случиться, что вот эта истерия все-таки не закончится даже до конца года? Некоторые предрекают и подобные сценарии. Что вы можете ответить? Ну,
У нас разные варианты, ну, сценария развития событий в мире, да, и тоже грядет и кризис еще экономический, так. И поэтому у нас есть вариант участия полномасштабно в Экспо 2020, но мы не знаем, возможно, его и перенесут, как сейчас отменяют многие там соревнования. Даже чемпионат Европы по футболу перенесли на следующий год. Да, да, да. Потом, неизвестно, что с Олимпиадой в Токио. Это нельзя исключить, да. Потом не надо думать, что Экспо 2020 это дешевое удовольствие. Нет. У нас есть официальный ответ у строителей выставки, что для той экспозиции, какую мы хотим представить, спонсорская помощь от 5 миллионов долларов. От 5 миллионов долларов. Это без стоимости участия, это спонсорская только помощь, да? А там же надо человек экспозицию поставить и полгода ее обслуживать. Мама мия, как говорят наши итальянские друзья. Это еще несколько миллионов долларов, да? Поэтому есть разные варианты участия, но я думаю, что такие деньги нет смысла, наверное, тратить. Так? Ведь более полномасштабная выставка, экспозиция у нас в 10 километрах, в Шарже, в инновационном центре, где есть действующая уже дорога, первая линия уже действует, да? Где мы строим другие линии, и одну из них тоже построим, где мы можем выставить экспозицию всех наших транспортных средств, где мы можем провести прекрасные презентации, и это нам ничего не будет стоить, потому что мы сделаем это на своей площадке. Тема Объединенных Арабских Эмиратов и наших проектов там вызывает, естественно, самый большой интерес. Недавно все всполошились по поводу новости, которая была опубликована в местных, я имею в виду в эмиратских средствах массовой информации, о том, что якобы подписан был договор с одной из компаний, не буду произносить название, чтобы не делать рекламы бесплатной, о строительстве инновационных транспортных решений в одном из эмиратов. Какая компания? Назовите ее. Все-таки назвать? Конечно, а почему? Beamcar. Английская компания. Что, английская. Как ни странно, почему столько много вопросов? Использованы все наши названия, использованы все наши фотографии, видео, наши, я имею в виду, Юникара и Юнибайка, которые мы год назад показывали в Шардже. Даже с надписями Skyway и, ну, и SkyPods, программа, в которой мы участвуем. То есть, ну, наверное, пора ответить. Это как примерно с коронавирусом, когда на ровном месте возникают там какие-то проблемы. Я не вижу здесь никаких проблем. И спасибо этой компании за рекламу нашей технологии. Потому что все заинтересованные знают, чья это технология, чья-то машина и так далее. Это не знают только журналисты, которые вот это все и пишут. Да? И дело в том, что не надо думать, что мы такие глупые, недалекие и не видим, что происходит. Не надо думать, что мы ничего не делаем, чтобы защитить СКВ, интеллектуальную собственность и так далее. Статьями, публикациями не защищается. Да? Это защищается патентом. Мы активно патентуем в Объединенных Арабских Эмиратах. И торговые, в том числе, названия, и Юнибайки, и Юнибус запатентованы. И изобретения, которые созданы в Skyway за последние годы, ну, самые значимые, те, которые мы будем там воплощать в тестовых участках или в адресных проектах, тоже там патентуются. А видно, то компания это устраивает, ну, это их проблема, а не наша проблема. Так, и спасибо им за рекламу нашей разработки, да. И когда они же не подписали контракт, они подписали MLU, как и мы подписали. То есть протокол о намерении. Да, не контракт, это другое дело. Контракт это подписан, опять же журналистская ошибка. Да, журналистская. Это не заказчик, не РТА сделал. Это журналисты. Они везде видят то, чего нету. Ну, чтобы красиво написать там и что-то еще. Да? Может, они просто не видят разницу. Что-то подписано. Абсолютно. Они, ну, многие журналисты не очень умные люди. Они не очень умные люди, так. Не очень приятно это слышать. Ну, вы же не просто журналист. И нет, это не ваша. Я сказал, многие, но не все. Вы исключение, может быть. Редко, кстати. Так. Но, поэтому, как снимать и устраивать разборки, это просто смешно и бессмысленно. Да? А
Заказчик, естественно, это серьезный проект, будет, он объявит тендер. И вот эта компания, а один из участников тендера. И фактически они сами себя сейчас высекли, потому что они пытаются, ну неважно, журналистка это вина или их вина, это неважно, да, чужую разработку представить как свою. Ну это же на тендере все будет очевидно, и они просто вылетят с него. Ну так и нам хорошо, меньше конкурентов будет. Несмотря на то, что вы говорите о коронавирусе как о раздутой какой-то, о мыльном пузыре, о раздутой мнимой проблеме. Тем не менее, может же когда-то возникнуть и реальная эпидемия. Наши транспортные средства будут двигаться на первых порах на скоростях 500 км в час, в немного отдаленном будущем даже в 2 с лишним раза быстрее. Есть такие планы. Вы как-то их озвучивали на Экофесте. Есть ли у нас какое-то решение о неразнесении подобной заразы с такой скоростью в будущем? Ну, от скорости это не зависит. Земля движется со скоростью 29 км в секунду вокруг Солнца, но это не способствует, не мешает распространению коронавируса. Это вещи не связаны одно с другим, а там это связано с коммуникативностью. Если коммуникативность людей возрастет, значит, он быстрее будет распространяться. Если не возрастет, а наоборот уменьшится, то меньше. Так? И дело в том, что у нас можно так организовать логистику движения, что больные на станции еще могут отсеиваться и направляться там, в карантин и так далее. Они не попадут в транспортные средства, и тогда не смогут распространять какие-то вирусные инфекционные заболевания. И о том, что, возможно, пандемия, я уже давно говорил об этом, потому что здесь причин, на самом деле, несколько, и одна из них – человечество возомнило себя там, царем природы, а на самом деле мы, наверное, менее значимы для биосферы, чем плесень обычная. И поэтому человек, встав на технократический путь развития, создал индустрию, которая стала убивать биосферу. В первую очередь почвы. Иммунная система планеты, биосферы – это почва и почвенные микроорганизмы, которые даже начинают пахоты, уничтожаются. Потом химия, потом удобрения минеральные, так, потом растения выносят всю таблицу Менделеева из почвы, а туда попадают только 4 химических элемента в виде удобрений. Да? И поэтому ослабляется иммунная система планеты и иммунная система человека. И рано или поздно возникнут пандемии. И вот это детский сад, на самом деле, коронавирус. Может возникнуть более серьезная пандемия, в том числе необязательно рукотворная. Это может просто произойти мутации микроорганизмов из-за того, вот этого гнета. Да? И, естественно, будет ответная реакция природы на действия человека. Спасибо. Но самое главное, что мы работаем над тем, чтобы не допустить подобное в будущем на наших линиях. Да, но все равно, если мы не прекратим гнет на природу, еще раз говорю, что коронавирус – это будет детский сад. Это будет гораздо все более серьезно. И неважно, это человек сделал или природа ответила человеку, через мутации, через другие вещи, да. О чем я уже говорю много-много лет, поэтому я серьезно занимаюсь и почвами, и знаю, как сделать иммунную систему правильной планеты, так, возродить плодородие почвы, сделать эти почвы, восстановить реликтовые почвы, которые были 100-200 миллионов лет назад, когда не было никакой индустрии, с помощью угля, которое бореуголь, сланцы те же, их лучше не сжигать, а превращать в гумус, потому что и у нас эта технология есть, у меня эта технология есть, потому что уголь – это бывшее дерево. А дерево взяло все для жизни из почвы. Это где-то 70-80 химических элементов. И мы вот тоже анализируем, кстати, у меня же есть программа еще освоения космоса, вынесения индустрии в космос, и там тоже есть вопрос, как обслуживать эту индустрию. Должны быть эко-космодома,
поселение для людей, где условия должны быть не хуже, чем на Земле, даже лучше. Значит, должна быть гравитация, должна быть экосистема, то есть почва, травы, трава, цветы, деревья, там, плодовые, животные, да, воздух, наполненный запахом цветов, а не чего-то там, да. И основа как раз почва и вот иммунная система экосмодома. И поэтому я давно задумался, а как эту почву сделать? Задумался о том, что такое почва, да, и вот это оттуда знания пришли, потому что над этим работаю уже много десятилетий. Потому что скорее возник, как отпочковался от Spaceway, от общепланетарного транспортного средства. Вот первое, что я придумал, еще будучи школьником, потом в институте учился, да. И вот тогда же задумался об этих вещах, да. И понял, насколько важны вот эти вопросы. И у нас есть решение, как это исправить. Ну, во-первых, не надо закатывать почву в асфальт и под шпалы, да, закапывать, а идти над землей, и поэтому возник скалы. И мы можем вернуть землепользователям 5 где-то площадей Великобритании, которые закатаны в асфальт и похоронены под шпалы. Естественно, вот это-то и мною движет, а не деньги, как некоторые думают. Я не думаю о деньгах, там, что я хочу там виллу купить или там, не знаю. Это мною хотели бы, давно могли бы это сделать. Да, я мог и банковское дело, или там еще куда-то. У меня достаточно, если не только там изобретательские какие-то навыки, умения, таланты, но и бизнес есть, способности, да. Но я не уходил, наоборот, я вот шел. Несмотря на трудности, я не скрываю то, что у меня 7 раз все отнимали до нуля. Я как вот с нуля, с пепла возрождался, да? И поэтому были очень тяжелые времена. И вот нынешнее время, ну, трудно, но я не скажу, что для нас и для меня тяжелое. Нет, мы пройдем это достойно, это время. Поэтому, дорогие друзья, выбора нет. Строй Skyway! Спасая планету.